Добрый день, командиры! Мир самолетов от Wargaming продолжает праздновать свой 9-й день рождения. И в период с 10 ноября по 5 декабря проходит специальное игровое событие, которое позволит пополнить запасы игрового имущества, а также получить премиум самолет 5 уровня Юнкерс U-87D5 штука. Цепочка боевых задач включает в себя 15 миссий, которые доступны к выполнению на самолетах с 4 по 10 уровень, то есть каждому из нас. При этом некоторые боевые задачи будут представлять интерес, в том числе и для командиров миротанков и кораблей. Перечень всех боевых задач перед вами сейчас на экране. Я же хочу обратить ваше внимание на те задачи, которые будут интересны всем командирам Wargaming. Итак, выполнение 1 и 11 боевой задачи принесет по одному дню общего премиум аккаунта. И те из вас, кто выполнял боевые задачи на получение 32 трофеев, уже выполнили первую боевую задачу. Для остальных же выполнение первой задачи не будет ничего сложного. А вот выполнить 11 задачу получится при наличии у вас определенной игровой активности. Выполнение 9 и 14 боевой задачи принесет 1 и 3 трофея соответственно. Каждый трофей может содержать до 500 золота, до 25 тысяч свободного опыта и до 7 дней общего премиум аккаунта, а также имущество игры Мир самолетов. Выполнение этих боевых задач также потребует от вас определенной игровой активности. Но справедливости ради следует сказать, что времени на выполнение этих задач у нас более чем достаточно. И, конечно же, хочу обратить ваше внимание на главный приз – премиум самолет 5 уровня Юнкерс U-87D5 штука. Он, по сути, представляет собой вариант прокачиваемого штурмовика Юнкерс U-87G штука в следующей конфигурации. Фюзеляж U-87D5, что даст нам 550 очков прочности вместо 600. Вооружение в конфигурации 2 20 МГ-151-20. Топовая турель и топовый двигатель. А вот принципиальным отличием будет наличие 1000-килограммовой бомбы. Причем таких мощных бомб нет ни у одного немецкого штурмовика. А появляются они только у немецких бомбардировщиков на 9 и 10 уровнях. Правда, в других количествах и с несколько другими характеристиками. Насколько сильно будет отличаться геймплей на этой штуке, будет видно. Но мне кажется, что разработчики немного пожадничали, не дав нам возможность закрывать эти боевые задачи за жетоны, которых у многих накопилось достаточно. Да, это премиум самолет, который будет лучше фармить игровую валюту, но всего лишь 5 уровня. И задайте себе вопрос, кто из вас испытывал нехватку кредита в игре? Думаю, никто. К тому же вариант закрытия боевых задач за жетоны у нас имелся в похожих цепочках. В том числе он есть в цепочках на получение премиум самолетов 6 и 8 уровня XP-55 и Вампир. Кроме того, напоминаю, что еженедельно на постоянной основе у нас есть возможность получить один уникальный трофей каждую неделю, а именно за выполнение ежедневных боевых задач 7 дней подряд с понедельника по воскресенье. Причем пропущенную ежедневную задачу можно закрыть за 2 жетона. Надеюсь, информация будет вам полезна. Мы же продолжаем следить за игровыми активностями в игре Мир самолетов и своевременно информировать вас о наиболее интересных из них. До новых встреч на нашем канале.